Доброе утро, дорогие друзья! С вами опять я, фирма Петерсон, я Эдуард Петер. И сегодня я хотел вам, в общем-то, показать сфотографирование вот этих ювелирных изделий. Но, видать, не судьба. И часы здесь есть, сейчас покажу. Часы китайской фирмы. Вот я уже как бы вроде начал. И тут позвонил заказчик и говорит о том, что как бы он пока не может определиться, то ли ему на черном это все делать, то ли ему на это на белом делать, то есть то ли и там, и там. В общем, он просит сутки подумать. Хорошо, а мы с вами тогда, чем мы с вами займемся? Давайте мы сделаем следующее, что у меня давно в планах, мы пойдем с вами на улицу сейчас, соберем этот зонтик, который я прикупил, поставим его и в обед пойдем с Ричардом, нарвем крапивы и сделаем что-нибудь из крапивы. Я не знаю, что это будет. Это будет суп из крапивы, это будет чай с крапивы, или это будет вообще что-то невероятное. Но, во всяком случае, мы попробуем, не терять же день, правда? Тяжело носить зонтик. Вот мое местечко здесь. По сути это дело это самозахват. Но пока хаусмастер это присматривающий тут главное за домом, русский человек меня не трогает. Так, вот этот зонтик нам надо заменить. Последний ураган он не выдержал. Да и желтый фон мне как бы ни к чему. Дырка. Поэтому я решил на белый заменить. Ричард дурачок нашел мячик и предлагает мне играться. Ричард, мне некогда. Некогда мне. Играйся сам. Жуй свой мячик, что хочешь делать с ним. А меня оставь пока занятия. Вытащим и поставим в уголок, потому что просто так выбросить не удастся, надо ждать, когда будет разрешено, а это где-то в июне, ну пускай в подвале постоит. Так, хорошо. Теперь займемся распаковкой. Сложная конструкция. Ничего, сейчас разберемся. Так, инструкция. Инструкцию русский человек читает в последнюю очередь, когда он уже что-то сломал. Поэтому отложим ее на пока.
Так, паруса поднять. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Вторая часть. Оценим величину. Я думаю, что не стоит его постоянно открытым держать. Соседи могут и завидоваться. Поэтому сейчас назад. Чудесно. Вон сидит Ричард. Далеко. Я привязался, он никуда не убежал, тут в парке дети бегают, он занимаются люди, а он очень любопытный, и бежит такая большая собака, и он-то радуется, а люди не очень. Поэтому я сейчас вот нарву крапивки. Зараза, мне кажется, она через перчатки жгет, скотина. Вот так вот. Ой, чего только ради этого искусства не сделаешь. Вот наша добыча. И Ричард сидит, так, уже лежит. И сейчас мы возьмем и пойдем домой. Я буду фотографировать, а Ричард будет лежать. Окей? Итак, как я вижу, дорогие друзья, мне получилось довольно-таки неплохие снимки. Сейчас я загружу в компьютер и посмотрю, но очень естественно получилось. Потом вышло солнце, и я дал ему через стакан с крапивкой пройти, и он озолотил его так немножечко, подзолотил, и вроде бы как должно быть совсем-совсем неплохо. Сейчас я вам покажу. Ну что ж, давайте посмотрим, что мы тут наснимали. Наснимали мы 74 объекта. Так, очень много всего, но я уже просмотрел, кое-где звездочки поставил. Чтобы не утомляться, давайте мы сейчас 5 звездочек покажем. Вот те картинки, которые я сейчас выбрал, буду с ними работать. Так, вот если этот взять, допустим, в Adobe Photoshop, несмотря на его кажущуюся такую невзрачность, да? Давайте вот мы посмотрим. Опа. Вот вам, пожалуйста. И очень-очень такой неплохой получается. Контраст добавим. Все, готовы почти снимок выровнять горизонт и все. Так. Дальше. Вот это интересно. Внутри
Видите? Внутри вот этого так. Ну, навряд ли мы сейчас увидим. Давайте мы посмотрим через Photoshop. Красивый какой здесь рисунок получился. Жалко, что вот этот листочек не в фокусе. И вообще все не в фокусе. Ну, жаль. Мог бы хороший снимок получиться. Ну, посмотрим, есть, наверное, и другие. Где-то пролетел. Так. Ну, вот этот уже весь сфокусированный хорошо. Так. Здесь сверху чуть-чуть. Вот этот отличный снимок. Вот этот просто отличный снимок. Посмотрите. Сейчас я его тоже загружу. Вот. Видите, горячий чай. Тут нормально все. Здесь нормально все. То есть вот этот имеет место очень хорошо быть. И может послужить довольно-таки хорошим таким. Добавить тут немножко света вот так. Ну, в общем, чуть-чуть повозиться. Может быть, эту полосу убрать, а может быть и нет. Так, смотрим дальше. Что у нас тут еще? Вот этот кадр неплохой. Надо посмотреть, какой из них будет лучше. Вот этот мне вообще нравится. Очень хороший такой. Так, этот тоже неплохой. Вот такие обычные, но вот сверху довольно-таки хорошо. И что мне нравится, вот это солнце как раз пробилось. Смотрите, какие здесь всякие разные отражения. И все-таки это резко здесь. И тоже при правильном этом кадрировании будет иметь место жить. Отлично. Последнее, что мы с вами сделаем, это привяжем это дело на цепь. Вот за такой груз. Ну, криминалитет растет тут в Германии, поэтому надо как бы думать. Ну вот, дорогие друзья, после долгих подготовительных работ мы с вами сделали несколько хороших снимков. И я вполне могу теперь попить свое пиво. Называется Петерс. Я человек, измученный здоровыми напитками. Всю неделю пью. Теперь могу себе это позволить. Сейчас позвоню в Самару по скайпу. Пообщаюсь со своими родными. Ну, а с вами я тоже прощаюсь. Там я пообщаюсь, с вами я прощаюсь. Я надеюсь, что вам было интересно. Всего вам доброго, друзья. Пока.